взрослая такая достаточно длительная домашняя серия. Немножко характеризуете ее? Ну, уже где-то что-то получилось, где-то не получилось. К сожалению, неудачно закончили домашнюю серию. В целом, хотел бы сказать спасибо болельщикам за поддержку. Они нам очень помогали. Будем разбираться, да, в проигрыше. Посмотрим видео, разберем. И в дальнейшем не допустим такого. Будем стараться побеждать. Автомобилист неудобный соперник для Салавата? Да я бы не сказал, что неудобный. Да, действительно, соперник хороший, мощный, но мы тоже где-то неправильно сыграли, не забили свои моменты, где-то нам немножко не хватило, где-то не повезло. Вот. У нас еще с ними будут игры, посмотрим. В заключение удалось подглядеть, что в третьем периоде с вами персонально много работал Цулыгин. Всегда ли это так, или, может быть, какие-то указания конкретно на работу в третьем периоде вам давали? Да тут всем как бы, да, что-то подсказывают по моментам, каждому персонально, где-то в целой команде, да, в общем, просто нужно было в третьем периоде уже больше в атаку идти, там, где-то рисковать, там, в давление идти, да, поэтому так подсказывали всем, так получалось просто.